И всем привет, с вами Александр Навасов, и сегодня будет офигенный видеоролик, потому что сегодня будет опенкейсинг 30 гамма-кейсов, а также, если у меня не получится сегодня выбить нож, у меня такой план, короче, выбить нож сегодня, если у меня не получится выбить нож из этих 30 кейсов, то я открою крутой браво-кейс, он у меня один, и, блин, в общем, из него хоть что-то должно выпасть ценное, чтобы не просрать бабки, которые я потратил на эти 30 кейсов и ключей. В общем, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и приятного вам просмотра. Итак, сейчас я буду открывать гамма-кейсы. Здесь у меня 30 ключей и 30 кейсов. Все, то есть вот здесь вот все сделано у меня. И я сегодня все это буду дело открывать. Короче, все, погнали. У меня здесь есть браво кейс, как я уже сказал, сегодня я его тоже открою, если мне не получится выбить сегодня нож. Но я думаю, я все-таки выбью и все. Ладно, погнали открывать контейнеры. Сделаю это все по фасту. Погнали. Так, открываю первый кейс. И все, погнали фасту. Итак, открываю я 14-й кейс. Погнали. Не выпало! Что? Что просто? Что? Статрек, нож, лезвие, крюк. Просто лезвие, крюк. Городская маскировка. Я так думаю, охренеть. Он немного поношенный. Охренеть. Просто охренеть. Наверное, он немного поношенный. Ай. Нет, к сожалению, он, по-моему, после полевых испытаний. Но все равно, статрек ножик, я не знаю. Но что я с ним сделаю, так это, наверное, я его сейчас продам за рублей 100 кому-нибудь на ТП. Просто выставлю его на продажу и продам его за 100 рэ просто. Нафиг он мне нужен. Итак, сейчас смотрю на ТП, сколько стоит мой ножик после полевых, статрек и... Так, после полевых. Я не знаю, какая из них после полевых. Блин, не повезло. Короче, смотрите. Он здесь на ТП, на торговой площадке. Он стоит здесь $60. $60. Вообще-то, ну, короче, он $75 стоит здесь. Если продавать его, то будет поменьше с комиссией. Короче, $75 стоит этот нож, который сейчас у меня в инвентаре. Именно вот, статрековский, который только что выпал. Он стоит... Вы получите 100 рублей, а покупатели заплатят 115 рублей. Охренеть. Я соглашаюсь и выставляю на продажу. Погнали, окей. А для тех, кто не поверил, вот моя история сделок. Ну и как всегда, с вами был я, Александр Навасов. Если вам понравился данный видеоролик, поставьте лайк, и если не понравился, поставьте дизлайк. Всем пока!